Проснулся. Привет, шлёп. Ты в коме пролежал целых 2 месяца. Мы тебя каждый день навещали. Ждали, когда проснешься. Я в больнице. Как я тут оказался, я же был дома. И как я в кому то попал? Почему? А с вами, ребят, все хорошо? С нами все хорошо, слишком много вопросов. Ты попал из-за большого шока и отключился. Твое сердце чудом выдержало это. Твоя жизнь была на волоске смерти. Мы все переживали за тебя, а твои родители даже за эти 2 месяца не приходили. Они тебя кинули. Мы тебе еще много вкусняшек привезли. По идее, тебя сейчас должны уже выписать. Надо дождаться доктора, а вот и он. Так, шлепа проснулся. Вот и хорошо. Тебе надо сейчас померить температуру и выпить таблетки, чтобы все было хорошо. Так, надержи градусник. А температура в норме. Надержи таблетки и можешь вставать. Я тебя выписываю. Удачи. Ладно, ребят, пошли, только где мне теперь жить? Ну ты можешь пожить у меня, сейчас мы идем ко мне на хату отмечать тогда твою выписку. Ух, мы по тебе соскучились. Ну вот, ребят, проходите, это наша с Захаром хата. Мы живем вместе. Ладно, проходите ко мне в комнату, она вон там. А я закажу что-нибудь вкусненькое. Ну что будем делать? Давайте посмотрим какое-нибудь кинцо. Я за. Захар тоже.